ты любишь жару? Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Мустелю – плевое дело. Ну, если только тебя не поджарят. Ого! Тут жарко. Но это что, снег? Пепел. Такое бывает от больших пожаров. Весь этот мир — великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди седеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, ясно, Мимир. Сыр, здесь еще один. Тут сказано Сур. Огненный великан? О да, собственной персоной. Бьет огненный меч. Легендарное оружие. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Это с какой стороны посмотреть? Доносится оттуда.
Голос! Прямо за поворотом! Ой! Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке. Готовься, мальчик. Хорошо. Нашли добычу. Было бы здорово найти какие-нибудь благовония. Запах серы мне уже так надоел. Он говорит, это испытание посложнее, чем то, что было раньше. Будь готов, мальчик. Готов! Значит, тут больше никто не живет? Жить тут могут одни огненные великаны, а пророчество гласит, что до Рагнарёка мы их не увидим. Наверное, это следующее испытание. Вот и они. Я готов. Thank you.
Началось. Вперед! Готов, что прикажет? На кулыш! Звезда! Пепел в носу. А ты представь, каково мне. Не могу. Ого, водопад из лавы. Лавопад. Ну да, красиво и совсем не страшно. Один меч. Знать бы, сколько их тут. А, 6. Так голос сказал. Готов? Готов. Thank you.
следуй за мной. Конечно. Врата открыты. Ладони вспотели, еле лук держу. А у меня нос чешется. Нашел еще меч. Готов? Готов. Ну, а, ты мальчику, я понял. Тоже нужно разобраться.
Еще слева!
Брат, снова враги слева! Готовься, мальчик. Хорошо. Что ж такое? Новые твари! Я вижу путь наверх. Ой, рука осталась без волос.
Вот теперь глаза сильно сжёт. И в горле печёт. Но если все идет легко, какое же это испытание? Будь готов, мальчик. Готов. Братья. Вот и они. Я готов. Кого пропустил?
этой жаре добавить холод Хельхейма. Было бы в самый раз. Если бы у все отца были крылья, он был бы драконом. А? Обычно я не особенно боюсь высоты, но держись крепче. Полностью согласен. Валькирия! Осторожней! Все так, госпожа. Ты свободна. Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну, что еще надо? Благодарностью не расплатишься с оружейником. Вальхалла ждет. Прощай. Хотя, если они хотят, чтобы их убили, то могли бы немного поддаться. Не уверен, что это в их силах, парень. В смысле? Что-то заставило их обезуметь от ярости. Как ты это... Я знаю. Голос поражен. Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. Сейчас не время для этого. А-а-а.
Не пойму. Один хочет предотвратить Рагнарёк. Но змей уже был там и видел битву. Разве не считается, что Один уже проиграл? Судьба штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с Всеотцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках. Кусочку.
Что же там еще было? Подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. А больно? Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ладно, ладно. Все, молчу. Что тут искать? Но вот мы здесь. Плохо пахнет. Фу. Что это? Туман проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко этот Нифльхейм. Сын? Слушаюсь. Посмотрим.
А, ну надо же, какая встреча! Не думал, что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет. Что-то написано. Когда мы уходим, тут все перемещается? Невероятно! Атрей, соберись. Здесь очень опасно. Гномья изобретательность впечатляющая и опасна.